В Министерстве образования и науки прошла церемония награждения учителей и школьников, участников республиканского конкурса «Традиционная культура осетин». Финалистов конкурса в лице 31 ученика и 16 учителей за активное участие в конкурсе поблагодарил министр образования Аслан Лулаев, выразив глубокую признательность учителям и учащимся за вклад в сохранение и продвижение уникального культурного наследия Осетии. Министр также подчеркнул, подобные мероприятия способствуют сохранению традиций, вдохновляют молодое поколение на изучение и понимание культурного наследия нации, которой они принадлежат. یول در بنات آخر کنجست و چیزونه وفل در خواهی فسران تا آخر کنا فلا نیمی یا خسو شمای نرای گرم بسته نما دلون ازاک دلم اما کنم امل ولی یا خشم. Финалистов конкурса наградили дипломами и сертификатами, а также памятными подарками. Благодарность объявляется Дедееву Батрадзу Гирсановичу, учителю среднеобразовательной школы номер 5, за профессионализм и большой вклад в обучение и подготовку учащихся. Награждение дипломантов стало признанием их усилий в сохранении и продвижении осетинской культуры. Они, в свою очередь, подтвердили свою готовность и дали вдохновлять молодое поколение на изучение и сохранение национальных традиций и культурных кодов. По словам министра, участие в подобных инициативах помогает формированию уважения и понимания других культур. Также Лулаев обратился к учителям с просьбой об оказании содействия в формировании нового учебника по истории Осетии по 2008 год включительно. Книга выйдет в тираж на родном осетинском языке, что, по мнению издателей, способствует более детальному и глубокому изучению истории. Министр отметил, что прежде состоятся общественные слушания. Педагогическое сообщество сможет высказать свое мнение по этому исторически важному вопросу. قدرت استم مختار که زن نکرد تختن شما دیسون خبر داد در چفست است خیش نه در چیزون رم بردم فل در خواه فلا آم استم بل دو همین خواست را کنم قدرت هنمیز شما یه فیوم نچه گمانه ای دو همه برش بو قل جنیز یه تل ماش کنم نو دوستان سلیمانش بزارف باشه فرستای فتو نشرم بون تبیرم خستن کنم Учителя, в свою очередь, выразили мнение по поводу уже изданного учебника по традиционной культуре осетин. По мнению представителей сообщества, к некоторым параграфам необходимо разработать авторские методические пособия в целях облегчения усвоения материала школьниками. В завершении встречи министр еще раз поблагодарил участников за участие в конкурсе и их профессиональную деятельность, пожелав учащимся и их наставникам дальнейших успехов в стремлении к сохранению и продвижению традиционной культуры осетин. Лена Газаева, Заурус ТФ, информационный выпуск сегодня.